Всем здорово, ребята, с вами, как обычно, я Ломберт, и это новое видео на моем канале. Как вы поняли по названию этого видеоролика, ребят, сегодня в этом видео мы будем играть в казино. Но мы не будем просто играть в казино, в этом ролике у меня будет бюджет 1 миллион рублей, и сегодня в этом видео я должен из этих 1 миллион рублей поднять, ну, достаточно больше, ну или хотя бы минимум 2 миллиона. Кстати, вот и победитель прошлого конкурса на 1 миллион вирт на любом сервере Black Rush. Чтобы забрать свой приз, обязательно пиши мне в ВК со всеми доказательствами на протяжении 24 часа. Ну а если вы не выиграли, то не расстраивайтесь, потому что сейчас я проведу еще один конкурс, также на 1 миллион вирт на любом сервере Black Rush. Условия у нас самые простые, это подписка на мой канал, поставить лайк и написать комментарий со своим ником и сервером, на котором вы играете. Ну а давайте я не буду долго тянуть, желаю вам приятного просмотра. Так, всем еще раз здорово, пацаны, вот я уже зашел в игру, будем, естественно, играть на айс-сервере, потому что это мой основной сервер, да и тем более тут много бюджета не надо. У меня на руках, как вы можете заметить, целый миллион рублей, и сейчас из этого миллиона мы должны сделать, ну не знаю, минимум 2 миллиона. Если получится больше, то больше. Так, давайте будем играть сначала на маленькие ставки, смотря на наш бюджет. Думаю, на 100 тысяч можно сыграть. Вот как раз стоит ставка 100 тысяч. Мы, конечно же, делаем ставку и смотрим, кто сейчас выиграет. Осталось 6 секунд. Не будем прям на такие крупные ставки играть. Но если прям все так плоховато будет идти, то придется на крупные. Так, эту игру я выиграл. С двумя очками я выиграл. И у меня на руках уже 1 миллион 88 тысяч рублей. Считайте, я поднял 100 тысяч. Но комиссия схавала еще 22 тысячи рублей. Вот. Получается, что... Хотя нет, 12 тысяч схавала, что я туплю. Так, 100 тысяч. Еще ставим 100 тысяч. Получается, общий выигрыш 200 тысяч. Будет прикол, если я сейчас выиграю эту катку тоже. Вот, смотрим и ждем. Вот, получается, уже игра началась. Сколько у нас осталось? 2 секунды, 1 и 0. О, офигеть. На этот раз я тоже, кстати, выиграл, плюс еще 100 тысяч, и у меня на руках 1 миллион 117 тысяч рублей. Капец просто, кайф. Так, что у нас? Следующая ставка. Какая следующая ставка будет, пацаны, как вы думаете? Давай, крупье, ставь 50 тысяч, давайте 50 тысяч поставим. Будет прикол, если я даже сейчас эту ставку выиграю. Но почему-то никто не ставит 50 тысяч. Почему, пацаны? А, вот все, поставили, общий выигрыш 100 тысяч. И игра моментально начинается. Игра моментально начинается. Кто сейчас выиграет? Естественно, я. Чекайте. Капец. С 11 очков не выпало, и я выиграл еще 50 тысяч. У меня на руках уже 1 миллион 220 тысяч. Мы в плюсе на 220 тысяч рублей. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Какая ставка будет следующей? Ну, думаю, где-то 100 тысяч будет точно. Давайте ждем. Короче, пацаны, я поставил 250 тысяч, общий выигрыш 500 тысяч. Я, конечно, понимаю, что это очень много для моего бюджета и очень рисково. Но рискуем. Смотрим. Кайф, пацаны, кайф. У меня 9 очков, и я выиграл 250 тысяч. У меня на руках лям 440 тысяч. И почти 500 тысяч мы подняли, считайте. Давайте, следующая ставка у нас, ребята, будет какая? Следующая ставка 1 миллион. Нет, пацаны, 1 миллион я не буду ставить, потому что это слишком много, это слишком рисково. Лучше давайте, не знаю, за другой столик. Я так подумал, давайте лучше сыграем в блэкджек, потому что в кости сейчас нормальных ставок нету, а в блэкджеке ты можешь поставить хоть любую. Ставим, получается, 200 тысяч. Я, конечно, естественно понимаю, что это очень много, но... Я готов рискнуть, ждем, пока игра начнется. Все, игра, считайте, началась, минус 200 тысяч. Я уже предполагаю, что я сейчас проиграю. Вот, 9 очков у меня есть. Так, получается, у одного 16, у меня 14, у одного 10, у одного 15. У дилера 9 очков. Сейчас будем смотреть. Сейчас думаю, взять или нет, давайте возьмем. Возьмем. Так и знал, прям чувствовал, что мне сейчас 10 очков выпадет и будет перебор. Надеюсь, сейчас у дилера будет тоже перебор. Если у дилера не будет перебора, то считайте, я проиграю 200 тысяч просто. Просто на ветер бабки сейчас будет чекать. Сказал же, я проиграл. Проиграли все, кроме последнего РК, Ева Террибл. Она выиграла, или он, не знаю, она скорее всего. Но я сейчас должен отбить мои бабки, так что я ставлю 400 тысяч.
Так, почему у меня клавиатура открылась? Все, заходим. 400 тысяч мы ставим, отбиваем наши бабки. И потом в конце ролика все это профукаем. Потому что сейчас, если я проиграю 400 тысяч, то я поставлю 800. Но это уже ясное дело. Так, у меня сейчас 13 очков, у дилера получается 4. Давайте, не знаю, взять или нет. Думаю, наверное, возьмем. Да, давайте возьмем 15 очков. Не, я не буду брать, давайте остановимся. Думаю, в принципе, можно выиграть 15, с 15 очками. Потому что у дилера может быть перебор сейчас. И я в этом уверен, 100%, чекайте. Сейчас у дилера будет перебор. Изи. Все. Так и знал, что я сейчас выиграю. Выиграли почти все, кроме одного. И считайте, плюс 400 тысяч мы отбили свои бабки. Плюс еще ушли в плюс еще на 200 тысяч. Четко все у нас идет. Давайте обратно тогда мы поставим заново 200 тысяч рублей. И нажимаем далее. Если проиграю, то ставлю 400, если проиграю, то ставлю 800. И вот такая вот тактика. Короче, я взял карту, у меня 15 очков. На этом, думаю, можно, в принципе, остановиться. Или же нет? Ладно, давайте остановимся. В принципе, думаю, сейчас опять можно выиграть. В принципе, если у дилера будет перебор. Или же хотя бы меньше, чем у меня. Мне кто-то кидает по 1 рублю, спасибо. О, изи, я выиграл. Ну я, кстати, этого не ожидал, у дилера перебор. Я уже второй раз выиграю, у меня на руках 1 840 000. Я сейчас думаю, может еще на 200 тысяч сыграть, или же все-таки не надо. Я поставил 200 тысяч, и у меня 20 очков, почти что блэкджек. И сейчас есть шансы, что я смогу выиграть. Но есть и шанс того, что я... Ничья. Ничья, у дилера 20, у меня 20, один проиграл и один выиграл. Офигеть, у меня на руках также лям 800. И я думаю, в принципе, на этом можно заканчивать. Лям 800 тоже, в принципе, тоже хорошо. Почти что 2 миллиона, 160 тысяч не хватит до 2 миллионов. Но нормально так за этот ролик мы подняли. Если вам, ребята, это видео понравилось, то обязательно оцените этот ролик лайком либо же дизлайком. Ну а с вами был Умберт, ребят. Всем удачи и всем пока-пока.